6 февраля в 22:45 по киевскому времени произошло историческое событие. Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon Heavy весом более 62 тонн. Это рекордный вес, запущенный на орбиту. Она должна доставить свой груз, личный красный спорткар Теслы Roadster Илона Маска, к геоцентрической орбите. Еще, безусловно, фантастический вид, пожалуй, даже лучше, чем старт в фильме «Армагеддон», приземление двух ракетоносителей. Которые вывели этот космический аппарат на орбиту. У НАСА и Советского Союза ракетоносители падали в океан или тайгу. На настоящий момент спорткар со звездным человеком Starman летает на орбите Земли, но буквально через несколько часов отправится на космическую орбиту по траектории в сторону Марса. Кстати, во время полета все время будет звучать песня Space Oddity Дэвида Боуи, песня, которая использована в фильме, выпущенном в прошлом году, «Валериан и город тысячи планет», ну а теперь он будет звучать в космосе. За рулем автомобиля сидит манекен в скафандре, и на приборной панели автомобиля содержится надпись «Don't panic» – «Не паниковать». В автомобиле Tesla установлены камеры наблюдения, и съемки которых обещают быть захватывающими. Ну, можете сами увидеть. Итак, историческое и фантастическое событие. Иногда даже не укладывается в голове. Is there life on Mars?